ладно. Уважаемые прослушатели, составы «Яркая команда». Команда КПУ «ЭПП Костома». Форма первая. Выступает потом составы. Номер 16 – Иван Горбач. Номер 99 – Иван Сабля. Номер 60 – Владимир Сайков. Номер 20 – Александр Лещенко. Номер 9 – Артем Полюбинкин. Номер 10 – Дмитрий Берегин. Номер 33 – Станислав Рамбаров. Номер 77 – Илья Сыпов. Номер 45 – Михаил Яковлев. Номер 1 – Артем Кузьмин. Главный тренер команды – Игорь Борисович Орлов. Команда ЕРГУ «Волгоградский Остав» – Козла Бандова. Номер 1 – Михаил Гермонов. Номер 27 – Михаил Яковлев. Номер 3 – Леонид Правов. Номер 2 – Артем Краткин. Номер 7 – Егор Лушин. Номер 6 – Иван Корников. Номер 9 – Дмитрий Федоров. Номер 11 – Алексей Петков. Номер 12 – Александр Ильинка. Номер 13 – Кресплата. Номер 14 – Павлик Рахматов. Номер 15 – Никита Лугин. Старшины команды Сергей Сергеевич Новосел. Тренер Сергей Иванович Мишляков. Сибирская бригада марша. Судья Иван Андреевич Новосел. Второй судья Юрий Кутаков, город Владимир. Третий судья Дмитрий Алексеев, город Владимир. Судья Фонарь-Медрич Михаил Калкин, город Владимир. Инспектор Мальча, Константин Катарский, город Владимир. Передача Александра Николаевича Третьего, князь ворот команды ЕРГУ «Волга», подъезд Илья Сыпов, номер 77. Thank you.
Где жена моя? Где жена? Где? Шир! Правильно, что это? Шир! 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 Thank you.
Я
боюсь обидеть. Ну ладно, ты что, на эвакуаторе опять подрабатываешь? Команда «Пацана» имеет дилю команду «Пала». Помалкивал, не задел.
Команда «Тяжелый игра» имеет 5 команд на ООО.
Второй матч. Матч между командами Thank you.
Thank you.
Уважаемые жители, владельцы автомобиля «Лада» ЦСК, просьба освободить место. Thank you.
Президент Егора Грудинова Степана снять ворота команды. Костромы забил Никита Лунки, номер 15. Последняя минута, третья. Район, а как лучше стоит?
Полиночке давай сдала. Продолжение следует...